Привет, божественные создания. Меня зовут Брейн, это Даша со мной. И сегодня мой успех будет в Геогесре продолжаться. Как вы видите, мы находимся над землей, поэтому мы все божественные создания. Да, старт New Game. Сейчас посмотрим. Сейчас снова... О, как хорошо! Так, где мы? Star City Town Office. Это чисто Америкос. Это чисто Америка. Ребята, посчитайте, сколько раз за все серии Геогесер Алекс сказал, памятник. Что это Америка. Может быть, это памятник вафельному батончику, стаканчику мороженого? Да-да-да. Блин, ну зачем ты сказал ночью про мороженое? Блин, сейчас бы стопингом мороженку бахнуть, да? United Church, что-то там, объединенная Church, церковь. Да. Чего-то там. Sunday School. А, у них эти восточные воскресные. Восточная школа. Ты где? Я с Вестсайда Бич. Восточные школы. Ну, как восточные. Ты заметила, что вот нет у них супер дорогущих тачек? Вот все ездит на своем. Ну, логично, что не на чужом. Кто? Куртизанка центр? Иншуранс центр. Иншуранс. Пиншуранс, диншуранс. Смотри, какая нежная штучка. Да-да-да, сейчас до нее дойдем. Star City... Элкс, я не знаю, где это. Стри. На тебя похоже. Вообще-то это копия тебя. Вообще-то это ты. Слушай, как в GTA-хе, там примерно такие же граффити. Тёлка вон. Это какой-то бедный район Америки. Блять, а я думал, сейчас тут KFC-шный рейнджер. Сейчас найдем тут... У него даже маленький этот есть, смотри. Ты как он хорошенький. Маленький таранчик. Слушай, я знаю, какую я хочу себе машину. Это Канада. Канада. Да, это Канада. 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 Хорошо, Канада, ну давай попробуем поискать зацепочку. Ты какие красивые. Слушай, я думал, это дешманский район какой-то Америки, это Канада. Какой-то Америки. Ну ничего, дешманский район Канады. Зато он квадроцикл. Ну он такой уютненький, домашний. Домашний. Что смотри, это за, бля... Я так строил, наверное, бы это из лего, там, знаешь, такая крыша. Смотри, забыли, наркоманский домик налево, слева. Наркоманский домик? Смотри, два глазика, это ротик, он так криво. О, он так делает. Вот мне нравится вот архитектура, велик не спиженный. Смотри, тут растет что-то в ведре и стол подпирает. Типа, это братан. Эй, братан, чё, как день сегодня прошел? Поддержи меня сегодня. Это помнишь, как произведение «Толстый и тонкий»? Чё, как там, толстый, как у тебя? Там нормально тонкий, тебе длинный такой и короткий толстячок, смотри. Сколько няшности в одной картинке. Так, давай дальше. Сколько няшности в картинке. Тюдюм, тюм, тюдюм. Прыгай. Star City, я смотрю. Заметила, смотри, раз такая машина, два, три. Она удобно, они что-то там перевозят, например. Тут человек есть. Блин, эта тачка есть в GTA. Вот шутки шутками, но эта машина точно в GTA есть. Ты серьезно. Ее купил же, да? Нет, такой же кузов. Вот мне вот это очень нравилось. Я помню, у меня дико доставлял мультик про семейство медвежат, которые были то ли рейнджерами, то ли еще что-то. Да, был такой. Они выходили вот сюда, вот они хавали в таких местах. У меня в Симсах такие есть. Скамеечки. Пока. О, салун. Стат-салун, штат-стат. Блин, а что он такое все, какое-то дешманское? Адвантаж. Адванс, да. Да, адванс. Так. Суприм, а, спецсцена механик. Спенсер механик, механикал. Механикал. Что вот это за... Это что за дезептикон здесь? Это, видимо, захватчик будущего. Смотри, сколько там колесиков. Да, не колесиков много, поехали. Как у тебя колесико? Так. О, смотри. Тут, это здесь... для этих, для роллеров. Да, я знаю. Прикольненько. Это кто рофлить любит, да? Нет, это кто любит на скейте кататься. Для скейтеров даже. Library. Star City, звездный Star город. City. Это какой-то звездный город Галактика. Да. Они тут космонавтов запускают отсюда, наверное. Так. Это нефть? Что это, родная? Саска? Саксран. Сас. Там идет Сас. Саска, Саскотеч, Саскотеч Старси. Блять, что это за... Я такое, знаешь, где видел? Где? Блять, где-то в какой-то игре, по-моему. То ли в зомби связанное. То есть нам да, надо было попасть, Strange. Помнишь, они... То ли в сериале было, там надо было попасть, по-моему, как-то через верх, они там мутировали внизу. Можно туда проехать? Выйди сначала в центр, типа... О, фак! Я бы здесь погулял, реально круто. Так, а ну давай. Смотри, какое адское здание. Коп, видишь? Саскачеван. 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 Это какой-то точно армянин держит, наверное. Саскачеван. Это его владение, Саскачеване. Че, нормально? Че ты такой смешной? Не знаю. Это маленький красный гидрант. Смотри, как он тут няшно прижился. Да, он няшный. Он среди мистер одуванчиков. Знака, да, у него тут друзья, одуванчики. Ну, ты и наркоман. Пока, да. Елка у кого-то даже... Елка растет! И что?
И что, что ёлка? Я пытаюсь понять, что это за штат. Ёлка-тёлка, это Канада. Чёрт, как это, я понимаю, как это офигенно, смотри, трейлер. Ты человек, который радуется всему, что видит. Да, я человек, который радуется всему, да, я очень рад всем. А мне рад? Да, очень. Смотри, на пингвинчика похож, на пингвинчика. Вот эти? Смотри, да, пингвин, нет, вот этот слева, да не тут. Вот этот? Да, пингвинчик, смотри. А вот колесо от старых машин, смотри, классно, да? Вообще ништяк. Да что, мне кажется, надо ехать сюда. Ну, давай. Блин. О, ну это вот тут современные люди живут. Смотри, а что это по сути-то? Перед кем ты будешь выкобеливаться своими апартаментами, серьезно, да? Ну, внутри да. Уютно, деревянно, стильно, ну, смотри, экологически окна чисто. Толстые. Да, то есть я говорю, это по-современнее. Вот это мне нравится, вот это вот выкопано. Что, кладбище у них там в заднем дворе? Это точно по Кингу. Но это не штатмен, я тебе сразу скажу. Бля, ладно, поехали дальше. Дальше просто поездить, поизучать, посмотреть. Уже, как говорю, вот я бы ты здесь бы жила. Вот тут все бы лаки хранились бы, все наше было бы здесь. Тут бы я хранил свои вот вещи. Вот тут бы ты жил. А вот в этом маленьком бы ты жил, ты бы не поместился там, где все твои вещи, потому что у тебя твоих вещей еще больше, чем моих. Мне надо много места. Я знаю. Это знаешь, еще больше. Это похоже на Seven Days to Die, там, где мы лутали. Seven Days to Die. Да, я помню, как мы. О, эта дорога точно объездная. Вот туда давай. По-моему, просто возвращаемся назад. Думаешь? Я слушай, не знаю. А мне нравится, что людей нет. То есть Google машина находит места, где в мертвецке нет людей. Вон там, по-моему, был какой-то. О, знак. Сейчас доедем, смотри, смотри, смотри. Блин, что это? О, это заправка. Это заправка? Да. Ёб твою налево. Flammable, отлично. Да ладно, огнеопасно. Давай сюда. Машины, заметь, нету ни крутейших Мерседесов, БМВ, Порше. Люди живут что просто. Правильно живут себе. Вот это классная штука, конечно. Это называется автобус. Дашуль, спасибо! Я не знал, Сасктель. Это какой-то Саск. Сасекс, может, какой-нибудь. Сасекс-коопчик. Тут, короче, любят копы. Что-нибудь музей. Музей. Тут где-то есть... Это весь город как музей. Так, ну давай что-нибудь на Сас. Давай ищи что-нибудь. На Сасы что-нибудь? Сейчас поищем. Канада у нас где-то тут, да, по-моему, вверху. Вот Канада, вот Канада. Так, что у нас на Сас? Вот, Сасквачеван. Я же говорю, я думал, это какой-то Сасквачеван. Сасквачеван. Не Сасквачева. Подожди, а есть же существо Сасквач? Да, Сасквачтун он есть. Кто? Саскатун вообще. Саскатун. Блядь, Саскатун. Короче, Сасквачеван у нас. Ну? Ну? О, почти, смотри. Стар-Сити, есть город Стар-Сити. Ну, потому что не досмотрел. Я почти угадал, хорош. Да, так. Просто немножко писька. О, это я люблю, вот, смотри. Опять Америка, да? А пальмочки? Все, это Азия. У азиатов просто такое самодел. Что, гусь? А нет, не гусь. Блин, это Таиланд, это, наверное, это, мне да, кажется. Да, мне тоже кажется, что... Дорога, где? Хоть, подойди и хоть поцелуй эту дорогу, она такая идеально гладкая, как попка младенца. Ты так хорошо разбираешься в попках младенца, я смотрю. Я не разбираюсь в попках младенца, говорю, что дорога охуительная. Стоп. Что а, это что? Кладбище. Блин, это мемори... Да, это реально какое-то кладбище. Мне склеп. Кажется, типа, да, Таиланда. Черт возьми, как эпично. Как какой-то хоррор. Хотя бы люди есть. Слава богу, что хоть кто-то есть. А прикинь, попасть в какой-то город, а там призраки везде. И типа в Припяти? Приехала. А нет, нет машины в Припяти? А вот я только хотела спросить, интересно, есть? Блин, это Таиланд, скорее всего, похоже. Учитывая, что там никогда не был? Не был, нет. Я бы поехал, хотелось бы побывать. Что это такое? Где люди? Люди уехали. И узнали, жить, что жить вот здесь, короче, живешь, это типа люкс, лакшери, и идешь вон туда купаться. Да. Ёпт. Проедь хорошо. Куда-нибудь до таблички. Еду, еду, еду. Вот она сюда скакнула. Просто посмотреть, как живут люди. Да, это похоже на Таиланд. Хорошо. Ну, либо опять дальше. Шри-Ланка. Так, ищем какие-то... Господи, то как все понятно. Либо, может быть... Ну, не я, это не Япония, смотри, точно. Смотри, как можно понять азиата? У азиата либо велик, либо дрындулет, либо вот такая машинка маленькая. На тебя похоже. Да, Шуля, здесь все на тебя похоже. Смотри, нет, вот это ты. Вот это ты. Мешочек розовый. То есть я мешок с мусором, да? Нет, ребят, вот видите, не какой мешок с мусором. Олежа истинный джентльмен. Я нашел няшный цвет, который подходит тебе. Это возле розовый. Мусорки. Это ждун, это производство ждунов, а вот это смотри. Тогда. Это ждунов здесь делаешь. Что это за, блядь, срадник такой? Олеженька, он тебе не скажет, что это за место. Давай лучше табличечку. Я найдем. ищу, родная. Я же обозреваю, смотрю. Табличуньку. Рассказывай. Ой, блядь. Мы в рафте строили так. Понимаешь, но с другой стороны, люди здесь живут, и значит, родная, они счастливы. Я тебя удивлю. Посмотри на это все и посмотри на дорогу. Посмотри. Это специально для Google машины положили. Да, проложили, чтобы она ездила. Животных нет, кстати, всех съели, наверное. Господи, вот, я же говорю, типичный азиат. Он поставит для всех любование свое.
скамейки из дерева, вон азиат лежит. Да поехали дальше посмотрим. О, блин, а здесь прикольно, кстати. Все, уже понравилось? Ну, и мне нравится, что. Оно антично. Антично. Архипично. Мне нравится, что там туман в горах. Вот это красиво смотрится. Туман в горах прикольненько. Ты даже не обратил внимания, ну, я видел. Это зажиточный. На старом Лексусе это точно царь какой-то китайский. Какой китайский? О! Подожди, у них же другая религия, по-моему, нет? Тут Иисус Христос и Дева Мария, нормально? Ну, Иисус, наверное, ну да, это не то, хотя... Для туристов нарисовали, скажи, да? Прекрасно. О, я помню, Джеки Чан на таком растекал в каком-то там доспехе бога. Ты хочешь сказать, что это, да, доспехи бога, я тоже помню. О, тихо, там сидел какал азиат, сейчас посмотрим. Так, подожди. Бля, он просто сел. Да он просто сидел. Он просто сидел. Бля, ты понимаешь, что... В более продвинутых странах нет Google машины. Он охранял, видимо, тут, наверное, этот. Ты понимаешь, что он сидит на кирпичике? А что ему еще делать, как на кирпиче? Хорошо, хоть не на бутылке сидит. Так, что тут у нас? Я думаю, что Таиланд. Твоя лучше больше. Так, теперь давай ты мне подскажешь, где ты. Азия. Вот здесь, так, где-то. А, сейчас, Афганистан, вот Таиланд, вот, вижу, вот, да. Думаешь, а что из Таиланда? Бангкок нет. Подожди, ну вода, это побережье. Вот Паттайя, вот тут вот, короче. Ну, давай, ну, думаю, что это не оно. Тайвань? Тайвань, да, у меня подружка была Тайвань. В Тайване. Тайвань, хуянь, Тайтунь. Да, все понятно. Вот это вот, смотри, видишь, набережная. Тайвань, ну, мы, как говорится, были so close, ну, такое. Ну, да, определяй, какая это Камбоджа. Какая это Камбоджа? Ой, а вообще это круто, я тебе скажу, мне нравится. Мне это на Америку похоже. Вот такие вот завитушечки всякие. А мне кажется, это Мексика. Мексика. Поехали куда-нибудь. Хочешь наверх или вниз? Наверное, я думаю, вниз, наверное, там вроде цивилизация. Так. Дашулька, давай определи, какая это Мексика. А что, есть разные какая Мексики? Это какая Мексика, Дашулька? Какой ты Мексика? Какой ты Мексика? Кто ты из блогеров, да? Тест ВКонтакте, пройди. Кто ты из блогеров? Ты iPhone 7. Олег считает, что это... А, ты iPhone? Это что, блин, жираф? А, нет. Ладно, хорошо, пока. Я фантазии, конечно, иногда, знаешь, без алкоголя и без всего у тебя, без наркотиков. Наркотиков и котиков. Наркотик. Наркокотик. Наркокотик. Котик нара. По борьбе с организованным наркотиком. Вон табличка же была, табличка. Я вот смотрю, тут какие-то ебеня. Да не там, с другой стороны табличка, вертись. Вот вот. Да, вот тут. Вертись. Пись-пись. А, агрифранжа, агрофранция, агрикола, агрикола, подожди, не Италия случайно? Агрикола. Или где? Барс. Агрикола я слышал точно. Ля фундансио. Нория. Камилено Фрага. Фрага. Фрейд Фрага, слышишь же, Сильнеро. Значит, надо идти где Фрага и от Фраги уйти. Я тебе где Фрагу тут найду, родная? Где я тебе Фрагу? Просто ой, тут Фрага. Какие ебеня начинаются. Google машина хоть знала, куда? Там, наверное, обрыв. Туда нельзя, да. Туда, туда там трупы сбрасывают, туда нельзя. Так, хорошо. Агрикола. Либо это, мне кажется, этот самый Аргентина, либо Мексика. Хорошо. Давай я сейчас пройду по вот этим вот страшным местам. Почему страшным? Траста. О! Альказар. Аскар. Да какой Альказар, Аскар? О! Камилария. 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 Вилла Риба и Вилла Ваджа. Они до сих пор не помыли посуду. Они праздновали очень долго. Слушай, люди вообще тут есть? Что за... Почему людей нет? Люди. Блин, Google тачка. Прикинь, работа классная. Ездишь себе по Вилла Риба и Вилла Ваджа. Туда-сюда, да? Угу. Ты поездил? О, вода. Я люблю воду. В играх, да? Вообще... Смотри, полигональная, да? Шулем, это ты повредничала. А вообще, водичка прикольно здесь смотрится. Очень вписывается так в пейзаж. Согласна так. Ништячок сделали. Ты такая вредина. У меня зуб болит. А, все тогда понятно. Мне все еще он болит. Стой! Нет, можешь ехать дальше. О, вот, там, смотри, там цивилизейшн, да. Высокоэтажки, элитный торговый центр Вилла Ваджа. Так Вилла Риба или Вилла Ваджа? Я не знаю. Здесь. Честно, я не знаю. Хорошо, сейчас найдем. Сейчас мы доедем. Сейчас лишь доедет. Все будет нормально. Я же ехал. Ой, и какой... приехал. Ой, там замазано. Родная... Я боюсь, что ты... Олеженька, ну там это... вон табличечка. А. Конечно, все понятно. Все ясно. Сбоку посмотри. Угу. Три. Что? Пороги такие. Вилла Ваджа. Так Вилла Риба или Вилла Ваджа? О, это Фрага.
Я понял. Фрага, да. Где находится Фрага? Кто-нибудь скажет? Я просто не знаю. Фраге? Сейчас все погуглят с умным видом. А Фрага находится там-то! Ты тупарь не знаешь. Байо, Кинка, Кинкабая. Иглесия. Иглесия. Откуда Энрике Иглесиас? Из Сан-Педро. Сан-Педро. Может, испанская какая-нибудь? Вилла Фортунатус. Ну, учти, надо отталкиваться от широт, раз тут у нас эти... В Испании всегда тепло. Я понимаю, лишний. Испания побогаче будет, я думаю. Ну, вот мне кажется, почему-то что-то Мексика. Не знаю, либо Аргентина, либо Мексика. Могу ошибаться. Но мы заехали, видимо, в элитный район. Новострой, смотри, какие. Такое впечатление, что они каждый день поутру выкладывают себе стенку, там, хочу может, так сегодня. Может, крестики-нолики играют? Ух ты, смотри, как красиво. Да, вот это уже элита считается, я думаю, нормальный элитный такой. Балкон полметра, трава. Балкон полметра, так, сюда давай. Блин, это, видимо, горело, я так понимаю, судя по всему. Слушай, а может, это, ну, это не Испания, но почему-то мне кажется, что Мексика. Хорошо. Я не уверена. Сейчас так. Вот, сюда. Мексика, да. По-моему, где-то здесь. Насколько... Вот, выше, вот. Вон Мексика. Я еще знаю, родная, я не настолько плох. Я так, боюсь. Гватемала, нет? Подожди, уж на что? А, сейчас посмотрим. Дуранго, Казима. Дуранго не было? Потоси. Пуэбло. Табаско. Сракатан, Кинтана. Юкатан. А там у нас кто была? Фрага? Фрага, да. Чихуахуа! Чихуахуа! Вот откуда собаки! Вот откуда их везут! Слушай, но тут нету этого... Фарджи. Я понимаю, оно просто маленькое. Наярит. Давай здесь, короче, поставим. Это не Мексика, наверное. Да, я знаю. Португаль. И, блядь, Испания. Испания, я же говорил. Нет, Испания дороже. Испания дорогая. Сука, Испания. Что, лепра? Что такое вообще? Фрага. Да, Фрага. Короче, будем знать, что Фрага возле Праги, но возле Испании. Запомним, если вдруг попадем. Это Франция. Опять? Подожди, так мы же тут были уже. Нет. Это мы не во Фрагу вернулись? Мы во Фраге же находимся. В смысле? Я же... Мы там же. Опять выбирай Фрагу, сейчас нам засчитают. Так, хорошо. Вон так, Испания. Дай бог увидеть. Вон, под Францией. Вот. Так, да. Короче, я точно знаю, где это где-то здесь. Куэнка? Нет, так Фрага большая была. Вниз, да. Крипта. Ты где живешь? Я живу в крипте. Я не найду сейчас ее, наверное, так. Слишком мелко всматриваться. Ларода. Ну давай где-нибудь выбирай. Давай здесь. Ну все равно угадаем, все равно рядышком. Чего? Чего? Чего я? Какой Израиль? Я же выбирал, ты же видела, какой Израиль. Тут глюк бывает. Тут бывает глюк, что он не меняет карту. О. Думаю, Израиль вышел. Ой, вот это обрезать надо, кстати. Ну давай так. Скажи, что это Украина или Россия. У нас нет таких разметок, вообще в помине никогда не было. И в России тоже таких разметок нет. Поэтому... Мало ли. Вдруг кто-то краску разлил. О, аномальное пятно. Я так и знала, что ты заметишь этот шарик. Я думаю, что это блики от инопланетян, Дашулька. Конечно, Олежник. Мы с тобой близки к цели. Давай. Даже, давай туда. Ты таким голосом говоришь, как будто бы дома давай. Это все, что тебе нужно. О, в GTA у меня такая машина была. Точно, такими колесами. Такой чел модневый. Такой перец хер. Опять гномики. Да, грибы. А, маленький гном? Грибок, да. Так, ладно, ищем дальше, давай. Олежка гномик. Почему Олежка гномик? Потому что Олежка гномик. Блин. Америка, да, скажешь? Чего? Хитчинсы какие-то. Хитчинсы. Это просто его... Понятно. Не надо. Что, бомбит? Да, я не могу это переносить. Ну это как где-то, подожди, в этих китайских фильмах ужасов. Китайский? Ну у нас тут не китайский сейчас фильм ужасов. Что это такое? Это забор. Это клетка для кроликов. Для тебя, что ли? Я что, на кролика похож? Есть немножко. Дороги, родная. Смотри, ни одной ямки, блядь. Ну, вообще-то немножко такие потресканные уже. Какие попкорн, по-моему. Это попкорн, по-моему, это просто... Так, хорошо, значит, рядом кинотеатр где-то есть. Не обязательно, попкорн не только в кинотеатре кушают. Ты сам это знаешь. Тихо, вон табличка валяется. Робертс. Салливан. По-моему, Салливан есть городишко. Эрд. Кантри, логично. Что-то... Господи, кажется, вредно. Что кто это? Бы говорил? Я думал, это памятник, а это просто окружен да. Гидрантом. Газопро... гидрант. Да, газовый котел. Так. И газовый котел. Машина одинокая. Какой идеальный ракурс для тачки. Прекрасно. Слушай, может, туда ехать? Туда не хочу, давай сюда. Ну, не хочешь, не надо.
уговаривать не буду. Ну, думаешь, что Америка, да? Ну да, Салливан, только надо понять, где находится Салливан. Что они там в кустах делают? Ну просто хочется им отдохнуть, что-то. Дорога, иди. Бля, ну это какие-то ебеня, понимаешь? То есть это загород. Почему ебеня? Пригород. Почему ты? Я в хорошем смысле. Я говорю в хорошем смысле, что это какие-то ебеня за городом, и здесь дорога лучше, чем у нас, блядь, в центре, понимаешь? Это пипец. Ну, тут я могу поспорить. Да лучше, ну видно же, ну серьезно. У нас, к сожалению, все разворовывается, поэтому. Какая компактная машина. Тебе такая нужна. Вот на тебя похожа. Почему она похожа на меня? Я как раз не очень компактен. А вот ты, да, ты могла бы здесь лаки перевозить. Там. У тебя был бы такой стацион... Нет, у тебя был бы мобильный перевозной лакокрасочный центр. Ты могла бы красить фанатам ногти и вместо дислокации... Ты понимаешь, что мне лаков не хватит? Что всем накрасить? Что бунгало? Это как эти трейлеры маленькие такие. О, человек! Человек с рукой. Человек везет свой маленький друг, смотри. А его же не было на том кадре. Аномалия, возможно, это человек-призрак. Поехали дальше, мне уже надоело этих людей рассматривать. Господи, какая ты горящая. Ты горящая путевка. Ты просто горящая. Ты горящий тур. Так, тут ничего. Тут какое-то озеро. Как он там? Интересно, как я должен по этому понять? О, табличка там была, табличка. Чего? Don't чего-то. Please don't, наверное, типа не... Please. Litter, не размещаем, ну, мусор не бросай. White country. Please don't litter, не смети. Да. Не будь свиньей. Не будь свиньей. Слушай, ну, у них реально нет ничего мусора, посмотри. Ну, только что видели. Пипец дороги, охереть. Посмотри, даже выбоинок никаких, ничего вообще. Ты едешь как по полотну. Так вот он и едет как по полотну. Охереть. Чувак, ты молодчага. О! Амбар! Там, наверное, ходячий, там это София. Ты, родная, это амбарчик, как ты. То есть я такая же большая, как этот амбар. Они, получается, провода под землю идут у них. Угу. Видишь, за землей. Хорошо идет. Съехал, да, хорошо съехал. Я поняла, Лешенька, твой намек. Я тебе никогда это не прощу. Не будь врединкой. Я буду до конца ролика молчать. Не надо. Watson Windows. Watson Windows, видишь, окно Watson. А вот это что? Упи-шупи! Оди-шуди. А, Оди-шупи. Шупи фор шериф. Там Упи-шупи. Там White Country, то есть что такое White Country, я не знаю. Ну, город... Белый пригород. Белый пригород. Да, ни разу не российское название. Пригород для белых. Спарта-драйв, блядь. Там пригород для белых, здесь Спарта-драйв, а там что будет? Колизей Эдишн дальше, что ли? Колизей Веню? Может, ты немножко приблизишься, Олеженька? Зум тут не очень хорошо зумит. И приблизиться? Ну да. Сейчас приближишься. Спасибо. Я знаю, что такие штуки в кинотеатрах. Это есть кинотеатр. Вообще-то я... Это, подожди, а ты помнишь, такой кинотеатр был в этом? В Мискрейтеде? Да, такой треугольник. Да. А что они там в треугольнике? Они как там сидят вообще? Сзади, наверное. А что в кино сейчас идет, интересно? Трансформеры Age of Extinction. Блядь, трансформеры кинотеатра. Age of Tomorrow. Этот, край завтра. Край завтра? Extinction, по-моему, вымирание. Пропад... Тех самых. Или чего там? Я не знаю. Давай, короче, так выберем. Короче, давай. Чуть-чуть южнее, мне кажется. Вот где-нибудь Юта, может. Может, Техас? А мне... Луизиана. Это давай. Луизиана, точно тебе говорю. Вот точняк. Теннесси. Ноксвилл. Пипец. Теннесси. Ну, смотри, мы неплохо так справились. Так, подожди, вот что-то мало. Я думаю, еще надо поиграть. Давай. Только мы сейчас, наверное, не будем изучать уже дисконально. О, дорога, посмотри, о, какая. О, боже, ты так что? Радуешься дорогам. Да, я радуюсь, вот, блядь, за что? Деревянные перегородки. Я... То есть ты и твой сосед, достаток разный, да? Да смотри, нет, просто какая. Там ремонт еще идет. Блин, как... Слушай, мне кажется, что это Италия, может быть, какие-то итальянцы. Либо Сицилия, похоже, либо Италия. Похоже, либо Сицилия, либо Италия, да. Либо Рим, либо Италия, да, я тоже так думаю. Ну, действительно, Рим и Италия — это разные вещи. Жалко. Я повредничал, саркастично. Дес реги... Да, это Италия. Эль тоне... Специали дес регионес... Дегроде. Это итальян. Дегроде? Эль дегроде! Чего декорс? Декорс? Чё, эль капристес мразь? Ле капризулька. Мразишь? Мразишь. Ух ты, какой няшный. Не похож. Нет, не похож. Вон, смотри, смотри. Это ты такой гремлин. То есть этот ушастик — это я, да, злобняш? Да. Ты не ушастик, к сожалению. Тут узко, мне не нравится, когда узко. Ты любишь пошире? Я люблю даже проехать, тут на джипе не проедешь нормально.
На Амафуре какой-то не проедешь. Слушай, а куда мы так выйдем, интересно? Не знаю, куда-нибудь. Мне кажется, мы тут уже с тобой были. Ну, в Google машин. О, табличка. Таблоид. Чего? Ой, это ты. То есть ты меня назвал кучкой мусора, здоровым амбаром и коровой. Да? Ты еще после этого хочешь, чтобы я с тобой была? А я машины всевозможные, большущие красные ангары. Что это вообще такое? Хорошо, хорошо, ребята, вы запомните. Вента, индиректе де ферме, ла ферме. На таче. На таче? Вот, ребята, свинья думает о корове? Что вообще? Ну, это Италия, это точно говорю. Только какой регион? Какой-то. Итальянский регион. Ну, мне кажется, западный юг. Западный восток. Я тоже думаю, Дашуль, что это, в принципе, западный... Это какая-то деревня совсем итальянская. Что там нарисовано? Подожди, там, по-моему, карта была. Вот, давай здесь посмотрим. Вендре. Ле майтре карентан. Понятно. Каретан. Вот именно, что каретан. Так, вот здесь, да? Что-то там было, да. Лихам. Ну ты и хам. Лихам, и все. Слушай, ну это прикольно, оно вообще стильненько смотрится. Узко, правда. Две машины, понимаешь, две тачки разъехаться должны. Вообще, думаю, разъедутся, просто О, жители Италии, давай посмотрим. Да, итальянки такие. Там вообще-то итальянка с мужем, ну ладно. Столб интересный такой. Да, на тебя похож. Жуля, у меня сейчас пригорит немножко. Сколько белый забор. Я уже чувствую, да, запахло. Какой старый ящик там висит. Прикольненько. Мне кажется, что все-таки это Сицилия, может и нет. Сицилия? Не уверена. Ну, сейчас, наверное, не там, наверное, Италия. Ты будешь потом бомбить, что я неправильно угадала. Знаешь, вот. Что там, Флоренция? Нет, море мы не видели. Не видели, значит, Болонья, центр... я думаю, что это Болонья. Окей. Чего? Немножко Франция, ну не важно. Чего, Франция? Это Бля, я думал до последнего, что это Италия, серьезно. Я тоже думала, что Италия. Кто это? Сейчас хоть название это смешное прочтем. Льевиль-Сюрдуф. Сюрдуф. Ну, чуть я там, правда, итальянского ничего не... Кактусы, Мексика? Конечно! Кактусы, вроде как бы... Блядь, ты что, реально Google трактор проехал? Но как тут дорог нет? Я вот не знаю, налево, направо? Давай сюда. Давай туда. Там вон река вроде какая. Нет, оно красивое, я не спорю. Пофоткать прикольненько. Ну, блядь, как оно тут ориентировалось? Скажи, что это Америка. Мне кажется, что Мексика. Да ладно. Ты думаешь, похоже на Мексику? Я вот смотрю, вот этот кадр, вот закрываешь глаза, нажимаешь вперед, этот кадр ничем не отличается от предыдущего. Действительно. Но, по-моему, подожди, кактусов тут разве нет? Перекати поле. Ничего. Это сынишка, наверное, это мамка. Может, это папка? Может, и папка. Мы должны куда-то выехать. Должно быть хоть что-то цивилизацию напоминающее. Ты так думаешь. Google машина тоже так думала. Как она сюда... О, что-то есть. Моча. Моска. Моска. Экзекьюсива моска. И рыба нарисована. Тут рыбу можно ловить? Ну я да. Думаю, что наоборот, табличка всегда говорит о том, что нельзя этого делать. А может, тут рыбное место? У меня в Симсах рыбное место так позначается. Это же не Сим, рыбное место. Вон там табличка вообще была. Ну ты как обычно не заметил. Я как обычно вижу. Нет. Как обычно вреденка. Да, ты обычная вреденка. Пока. Вульгарис. Вреденка вульгарис. Паража. Чо-чот мель малин. Чо-чот. Чичо-малин. Чичо-малин. Где чичо-малин находится? Я в первой жизни слышу про чичо-малин. Чичо-малин. Как ты думаешь? Мы куда-нибудь выйдем? Я вот тоже хотел узнать. Ни машин, ни людей, ничего. Только рыба. Сейчас приезжаем. О-о-о. А это камень, бля, я думал, это кто-то. Даже если бы это был кто-то, ты бы у него спросил, эй, ты кто? Блин, ну красиво. Ну это все, что тут есть. Красота. Может, проедем? Проедь дальше, пожалуйста. Я вот куда-то туда вот нажимаю. Быстрее давай. Чего ты так медленно ездишь? Да шуля! Ты еле едешь, ну вообще. Сучка горит. Сучка пригорает. Чего так медленно, такой медленный. Слушай, реально, ни домов, ничего. Как вот, что с тебя? Все, все, все. Нет смысла, я думаю, искать. Ну давай Мексику. А Мексика, ну давай, давай, давай Мексику. Думаешь, Мексика? Не уверена. Либо Бразилия, надо что-то скалистое. Где у них скалы тут? Может быть, Перу опять? Пуэбло. Окей. Что, Аргентина? Чили. А, Аргентина, это то, что я сказала изначально, Аргентина. Чё, Смаль, Гуана, Эль-Чавар. Блин, ты так ты плохо, я в Аргентину не хочу. Чё-то там совсем беда. Если туда приехать, то без помощи не уехать оттуда. Это, опять красношапный. По-моему, это было уже.
Да? Я просто вижу, что у нас опять тот же водитель. Да, водитель, кепочке. Видимо, в красной кепочке. Угу. Классное качество, вот такое вот хорошее чувство прям. Отзумируйся, потому что, мне кажется, из-за твоего зума мы плохо видим. О. Так, фотки как отфотошопленные, знаешь? Угу. В дешманских прогах. Угу. Так, ну. Ну, это точно Америка, потому что такая вот разведка. Сколько раз Олежа за все ролики сказал, что это точно Америка? Практически всегда в Америку бросают. Угу. Наверное, потому что она очень большая. Как думаешь, я так куда-то доеду? Да, я думаю, да. Мне кажется, правда, ты назад едешь. И, наверное, все окружающие машины просто удивляются, что ты попой едешь. Я пытаюсь хоть куда-то приехать. Да ну, это чушь. Америка. Так, давай, смотри сейчас пальцем в небо. Юг. Мне кажется, какая-то южная часть Америки. Оп, давай в центр. О, я почти угадал! О! Су-Сити. Су-Сити? А надо что? Нет, так ты выбрал Су-Сити. А, я выбрал Су-Сити. Должно быть Су-Сити. Нет, должно быть Су-Сити. Это Су-Сити. Ёпта, это вообще какой штат? Су-Сити. Айова, Небраска. Айова. Саблинсюе. Чего? Саблинсюе. Это где? Я не знаю, Саблинсюе или... Я думал, Саблинская какой-нибудь. Я тоже думаю, Саблинская. Ну, если на русском, значит, это уже ближе к нам. Страны СНГ. Ребят, кто знает? Знает наверняка. Я просто первый раз это слышу. Я тоже слышу, я тоже думаю, что... Так, хорошо, за нами едет тонированная девятка. Значит, возможно, здесь бандиты. Сейчас будем искать. Так, разборка... Саблинсюе поедем. Саблинсюе я не буду ехать, давай на заправку. Там обычно, может, написано что-то. Там, наверное, по региону... Машина была, машины нет. Машина была, машины нет. Машина испугалась. Ой, печалечка. Давай к заправке... Посмотрим, в чем... Сосиски какие... есть там, да? Олеженька, можно посмотреть, в какой валюте? Так. Ну, 35, наверное, это в рублях, я думаю. Да ладно. Что, добро пожаловать. Это, может, Беларусь? Саблинская. А, все-таки Саблинская. Тогда Россия. Саблинская. Я не знаю, где Саблинская. Там было написано Саблинсюе. Да, я тоже думаю, где Саблинсюе. Ну, это продам. Продается Нива. Монтаж. Заниженная, смотри, можно купить тачу. Хорошо, давай проедем, посмотрим. Интересно же. Карма. Карма. 8-9-6. Цыплята и концентраты. Хинкали, чуду, лаваши, осетинские пироги. Пирожок. Я бы сейчас осетинского пирога и правда не ел никогда, я попробовал. А я знаю, что очень вкусно. Так, играю. Вот здесь вот у нас не хватило места. Банкет, душ. Душ, отдых. Армат. Бар. Национальная кухня Армат. Подожди, что там? А национальная... А там не написано, какая кухня? Армат. Хачапури. Может быть, это Кавказ, не Кавказ? Или тот самый... думаю, если бы... А мы сейчас 8-9-6-1. Или возле Грузии, или возле Кавказа. Ну, мне кажется, что... Интересно, если я так уйду... Ты куда-то придешь? О, да? Здесь это нормальная остановка. Это ищем. Так. То есть тут кто-то в кустах сидит, да? Лишенька, я не думаю, что это разрешили на Google карту выкладывать. Ну, ладно, кишки. Так, это, так. Не знаю, это нормальный знак. А бывает ненормальное, конечно. Пока. Удачи. Так, ничего, никого. Надо куда-то доехать. Логично. Джум. Вжух, вжух. Смотри, вжух. Блин, о. Тихо. О, тихо. Регион, блин, не указан. Зубарочня, по-моему, в носу ковыряется. Она не знала, что ее Google Touch снимает. А прикинь, а интересно, а если кто-то чпокается где-то, снимет Google Touch? Конечно, Олеженька. Туда ну, не ты пускай. Уже мертвых животных. Хорошо. Мне кажется, где-то либо возле Кавказа... Родная Россия очень большая. Родной, я же тебе говорю, либо... Ой, возле Казахстана, может быть, где-то. Казахстана. Либо возле Грузии. Вот Усть. Слушай, а может... То, что мы, помнишь, было у нас Усть? Да, подожди, так отдались еще раз. Может, это если Осетия, если осетинские пироги? Ну, могу... Это я так, чисто знаешь. А я не знаю, где Осетия. Или ближе к югу, к западу. Сюда, да, тихо. Осетию, я сейчас не найду Осетию. От Казахстана есть Узбекистан. Вот, отдались немножко. Что? Грузия. Вот возле Гру, вот там, мне кажется, где-то Гру, и вот тут, может, где-то. Краснодар, Махачкала, Волгоград, Саратов, Самара. Могу ошибаться. Приблизь тогда там, где Краснодар. Вот эту часть. Так, тихо, не спеши. Нет, ниже. Может, вот где-то здесь? Астрахань, не, вряд ли, наверное. Ну, могу ошибаться сразу. Давай здесь поставим Пятигорск. Не обижайтесь, да. Вряд ли, конечно. Где? Новокавказский? Я угадала!
угадала практически. Смотри, да. Реально практически. Новокавказский, я не знаю, что это. Я же тебе говорила, что это где-то вот восточная часть. Ой, блядь. Дорога, Д. Что Д. Это такое? Что это за мерка М2? Что за печаль? 2 метра. Печаль. Наверное, двое пытались померить. 2 метра? То есть сколько можно проехать? Куда, я не знаю. Мне страшно, что туда ехать, что назад. Это какой-то, знаешь, какие-то хорроры. Ой, бля. Да ну куда-нибудь уже едь. Давай прямо. Африка, я думаю. Господи, лишь бы отсюда уехать потом. Не, как Google машина, здесь надо тупо затариваться едой, водой, провиантом. Ну да. Господи. В противном случае Google машина где-то такая земля, да, кстати, может быть и в Африке. Только я что-то не вижу никаких там этих львов, тигров. Я даже знаков не вижу. Ну, львов, антилоп не вижу. Слоников. Боже, как же тут стрёмненько. И смотри, еще такой вот вечер практически. Как интересно, мы должны угадать, что это. Каким макаром? Нет ничего, никаких зацепок. Только земля такого глинистого. Может, ты тут был? Конечно, проезжал вчера. Приехал. Ёпта, тут реально ночью, тут, наверное, пиздарики. Тут, наверное, призраки вуду ходят, не знаю, там какие-то шаманы ночью выходят, там вылезают. Тут куда-нибудь. Интересно, а если в этой деревне, в этом городе Windows ставить, надо там с бубном танцевать, там вызывать шамана? Шаман по установке Windows 7, допустим, нормально? Они не знают, что такое Windows. Родная, я думаю, что они не знают вообще, что такое цивилизация, здесь ничего нет. Слушай, это такие ебеня, как сюда машина проехала вообще? Не знаю, мне реально страшно становится. Я хочу посмотреть, просто куда это приведет. Вот, 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 смотри, к трассе, по-моему. Трасса? Типа, да. Типа, тут есть трасса. Типа, да. Дорога. Дорога. Ой, там знаки какие-то. Так, а ну-ка. Блин, можно поближе? Черт. Качество дерьмище. Качество старое. Дорога такая, знаешь. 2013 год, да, ну что. Туда, мне кажется, нет смысла ехать. Наверное, туда куда-то. Давай туда, по-моему, сейчас дождик будет. Я боюсь, тут вечно дожди. Это Африка, наверное. Не, в Африке такие асфальты не кладут. Почему? Что ты взяла? Думаю, в Африке там же бедные. Ну, не во всей, там, конечно, Африке, но я говорю, что да, где мы Извини сейчас... Извини меня, в Африке алмазы добывают. Я понимаю. Добывают не для внутреннего рынка страны, а для того, чтобы их на... Ну, на экспорт, логично. Так. Ну, я смотрю, что тут уже зеленое, смотри, какое поле. Здесь еще хуже, по-моему, чем было. Опять Аргентина или Бразилия? Да, может быть. А чё бы и нет? Что здесь растет вообще? На пальмы здесь не похоже. Реально как-то мутно. Это мутный город. Или страна. Я не знаю, что это, честно. Желтый знак. Давай возьмем Африку реально. Вот чисто по приколу. Африка? Нет, Австралия. Австралия! Ты на 15 тысяч километров ошибся. Я вообще, там ни единой зацепки не было на Австралии. Я тоже, честно говоря. Хотя, ну мы лучше справимся. Так все, мы уже закончили. Да, я знаю. Ты заново? Ой, как красиво! Это Новая Зеландия, наверное. Но я думаю, что пора уже взять перерывчик. Да, сейчас сделаем уже все. Дороги! Дороги! Хорошо, ребята. Это что? Это инопланетянин какой-то. Конечно. Я думаю, что нам пора заканчивать, если вам нравится GeoGuessr. Не забывайте подписываться и ставить пальцы вверх. И будьте няш. И вы не будете никогда теряться. Где бы вы ни находились, вы сможете найти по нашим меткам и советам все, что угодно. Все, если ребята. Вы не в Америке, то значит, вы где-то в Европе. Все правильно. Все, пока-пока. Пока-пока.